Итак, уважаемые дамы и господа, настало время нашей встречи с Алексеем Орловым в его программе «Моя Америка». Алексей, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Толя. Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. На дворе жаркое лето, а на кону у нас Белый дом и Сенат. Ну, мы с вами знаем, эпидемия коронавируса и сопутствующий развал экономики ухудшили шансы Дональда Трампа на второй президентский срок. И если Трамп расстанется с Белым домом, республиканцы почти наверняка расстанутся с каким-то числом мест в Сенате. Небольшой экскурс в недавнюю историю. История свидетельствует. Политик, проигравший борьбу за Белый дом, тянет с собой однопартийцев. В 2008 году Джон Маккейн проиграл президентские выборы Бараку Обаме, и республиканцы потеряли 8 мандатов в Сенате. Через 4 года, в 2012, проиграл Митт Ромни, и республиканцы расстались с 2 мандатами в Верхней Палате. Сегодня у республиканцев 53 мандата в Сенате, у демократов 47, я считаю, 45 демократов, 2 независимых, ну, независимые голосуют так же, как демократы, поэтому счет 53-47. 3 поражения республиканцев сделают счет равным, 50-50. В этом случае решающий голос будет принадлежать вице-президенту. Если вице-президент будет республиканец, значит преимущество республиканцев, а будет вице-президент демократ, значит преимущество демократов. Но вот 4 поражения республиканцам дадут демократам преимущество 51-49 и предоставят им возможность править без помощи вице-президента. Задача республиканцев сохранить большинство осложняется не только зыбкими шансами Трампа на второй срок. Задача весьма усложняется даже в случае победы Трампа, потому что на предстоящих выборах республиканцам следует защищать 23 мандата, а демократам только 12. К тому же, республиканцам надо защищать 5 мандатов сенаторов, которые объявили об отставке и, значит, не будут баллотироваться на очередной срок. Все 12 демократов, депутатский срок которых истекает, все 12 готовы отстаивать свои места. То есть у демократов есть преимущество. Но предсказание результатов ноябрьских выборов в первых числах июня, сегодня у нас 10-е, это сродни гаданию на кофейной гуще. Я напомню, 4 года назад все политические пророки предсказывали в первые летние месяцы победу Хиллари Клинтон и завоевание ее однопартийцами большинства мест в Сенате. Мы с вами прекрасно знаем, что не случилось ни того, ни другого. Избиратели опровергли прогнозы, базировавшиеся на результатах опросов общественного мнения. Значит ли это, что нам не следует делать долгосрочных прогнозов? Политика, как и спорт, я спортивный журналист. Политика, как и спорт, без прогнозов, ну, просто-напросто немыслимо. Кстати, тотализатор уже принимает ставки на результаты предстоящих выборов. И я, дамы и господа, позволю себе пуститься в плавание по бурным волнам предвыборных прогнозов. Итак, 3 ноября на кону в Сенате будет 35 мандатов. Победителей в 23 гонках можно назвать уже сегодня. Ошибка не исключена, но маловероятна. Ну, например, демократ из Иллинойса, из вашего, дамы и господа, штата, я имею в виду чикагцев, Дик Дорбин, и демократы из Нью-Джерси Кори Букер, они должны сохранить за собой депутатские мандаты. То же самое можно сказать о республиканце из Техаса Джонни Корнине, республиканце из Оклахомы Джимми Итсхоффе. На вопрос, какой партии будет принадлежать большинство мест в Сенате в январе 2021 года, когда начнется очередная сессия Конгресса, вот ответ на этот вопрос ответит борьба за 12 мандатов в 11 штатах. Так вот, если опираться на результаты опросов общественного мнения, а у нас, дамы и господа, другого инструмента просто-напросто нет. Так вот, сегодняшние опросы
предсказывают поражение демократу Дагу Джонсу, он из штата Алабама, и республиканцам Кори Гарднеру, он из Колорадо, и госпоже Марти Максалли, она из Аризоны. Также могут остаться без мандатов, с большой долей вероятности, это опять-таки на основании опросов общественного мнения, республиканцы Сьюзан Коллинз, дама из штата Мэн, Том Тиллис, господин из штата Северная Каролина, в котором я имею честь обитать, и госпожа Джонни Эрнст, она из штата Айва. И нависла угроза, хотим мы верить в это или нет, над лидером республиканцев в Сенате Митчем МакКоннеллом, он из штата Кентаки. Единственный демократ, включенный сегодня в число вероятных неудачников, это Гэри Питерс из штата Мичиган. Его соперник-республиканец, военный ветеран, афроамериканец Джон Джеймс. Итак, простая арифметика дает нам понять. Если сегодняшние прогнозы сбудутся, я подчеркиваю, если сегодняшние прогнозы сбудутся, республиканцы проиграют Сенат. И вот в рядах республиканцев уже появились признаки паники. Ну и совершенно естественно, что антитрамповские средства массовой информации смакуют пораженческие настроения в стане противника. Я приведу только два примера. Один пример. «Нью-Йорк Таймс». Заголовок статьи в этой газете гласит: «Некоторые республиканцы видят, что Трамп тонет и тянет за собой Сенат». Авторы этой корреспонденции цитируют стратегов республиканской партии, в частности, они цитируют Глена Болджера. Этот господин проводит опросы общественного мнения для республиканцев. Он сказал газете: «Экономика рушится, и сегодняшний политический ландшафт ничем не напоминает тот, что существовал несколько месяцев назад». Это пример из «Нью-Йорк Таймс». Теперь пример из репортажи на сайте телекомпании CNN. Репортаж озаглавлен так: «Оперативников республиканской партии беспокоит, что Трамп проиграет как президентство, так и большинство в Сенате». Авторы этого репортажа цитируют в основном анонимных республиканцев, вот в частности, что сказал им анонимный, они называют его стратег республиканской партии. Я цитирую: «Если не случится экономического выздоровления, мы потонем». Итак, вызвавшая крушение экономики эпидемия коронавируса вселила в сердца и души демократов не только надежду, но и уверенность. Трамп проиграет президентство, и его однопартийцы проиграют Сенат. Но случилось одно событие, дамы и господа, о котором мы все знаем. Это событие вызвало последствия, которые либо окажут демократам помощь не меньшую, чем эпидемия, либо помогут республиканцам обрести почву под ногами и торжествовать в ноябре победу. Событие это нам хорошо известно. Это смерть в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда от рук, ну точнее от колена, белого полицейского Дерека Шовина. Последствия, прокатившиеся по всей стране демонстрации против расизма, которые сопровождались в десятках городов убийствами, грабежами, поджогами полицейских участков и церквей и так далее, и так далее. И все это происходило, мы с вами прекрасно знаем, в отчинах демократической партии, то есть в штатах с губернаторами-демократами и в городах с мэрами-демократами. Губернаторы и мэры ничего не делали для обуздания толпы и прекращения погромов. Губернаторы отказывались призвать на помощь находящуюся в их распоряжении Национальную гвардию. Мэры связали руки полиции, находящейся в их распоряжении. В некоторых городах полицейские опускались на колени перед погромщиками. Эту картину телевидение многократно показывало нам, показывало миллионам американцев. И вот когда сгущались сумерки, города оказывались во власти мародеров и поджигателей. Но если губернаторы и мэры не желали противостоять бандитам, встать на защиту сограждан – это была прямая обязанность президента.
и у президента есть возможность воспользоваться для наведения порядка регулярной армией. Обратимся к истории. Право использовать армию для борьбы с бунтарями предоставляет президенту принятый аж в 1807 году Insurrection Act. Это закон о борьбе с восстаниями, бунтами, мятежами и так далее. За два с лишним столетия президенты воспользовались этим законом всего лишь 19 раз. В последний раз федеральная армия усмиряла по приказу президента-республиканца Джорджа Буша бунт толпы весной 1992 года в Лос-Анджелесе. 24 годами ранее, в 68-м, президент-демократ Линдон Джонсон воспользовался услугами армии для подавления бунтов в Вашингтоне, Балтиморе и Чикаго. Чернокожие устроили бунт в Лос-Анджелесе в 92-м году после того, как суд оправдал полицейских, которые сбили до потери сознания чернокожего уголовника Родни Кинга. Бунты 68-го года последовали за убийством пастора Мартина Лютера Кинга. В те далекие годы поджигателями и погромщиками были исключительно чернокожие. Нынче белые бандиты не отставали от черных. И поводом к теперешним бесчинствам послужило убийство не почти святого пастора Кинга, который призывал в проповедях к ненасильственным действиям, а убийство уголовника Флойда. И в нынешнем году, как и в 68-м, поджоги, грабежи и убийства не ограничились одним городом. 1968 год вошел в историю двумя убийствами. 4 апреля в Мемфисе был убит пастор Мартин Лютер Кинг. 5 июня в Лос-Анджелесе был убит сенатор Роберт Кеннеди, который боролся в тот год за право стать кандидатом Демократической партии в президенты. Убийство Кинга немедленно вызвало негритянские бунты во многих городах. И 5 апреля президент Джонсон воспользовался законом 1807 года, и в этот день в столицу вошла армия. 7 апреля войска были отправлены в Балтимор и Чикаго. И вот в этот день, 7 апреля, газета «Нью-Йорк Таймс» напечатала репортаж под заголовком. Это особенно интересно для обитателей Чикаго. Заголовок был такой. «Еще больше солдат отправлено в Вашингтон и Чикаго для борьбы с беспорядками». За заголовком следовали подзаголовки. Первый. В Чикаго прибыло 5000 солдат. Второй. 9 убитых и 300 раненых. Третий. Мэр Дейли установил комендантский час. Четвертый подзаголовок. 7500 участвуют в патрулировании города, 800 арестовано. Армия помогала восстановить порядок не только в Чикаго, но Чикаго поджидало в тот год в 68-м жаркое-прижаркое лето. 26 августа в Чикаго открылся съезд Демократической партии. И власти города во главе с мэром Ричардом Дейли, Дейли папой, как мы знаем, они оказались совершенно не готовы к наплыву многих тысяч иногородних протестантов против войны во Вьетнаме. А следовало быть готовыми, потому что во время состоявшегося тремя неделями ранее в Майами съезда республиканской партии у местной полиции работы было по горло. Но противостояние демонстрантов и полиции в Майами – это была детская забава в сравнении с тем, что произошло в Чикаго. В Чикаго была война с участием 23 тысяч полицейских и национальных гвардейцев. Более 100 демонстрантов попали в больницу с серьезными ранами и были ранены 192 полицейских. Убитых, к счастью, не было. Президентские выборы завершились в 68-м году победой республиканца Ричарда Никсона над демократом Хьюбертом Хенри. Никсон вел избирательную кампанию под лозунгом «Law and Order». «Law and Order», то есть он обещал американцам восстановить в стране закон и порядок. И вот теперь, 52 года спустя, наша страна вновь вступила в жаркое предвыборное лето
И мы снова слышим лозунг «закон и порядок». Но на этот раз мы слышим такой лозунг не из уст кандидата в президенты. Что гораздо важнее, мы слышим этот лозунг из уст президента. Кандидат в президенты может лишь обещать, а действующего президента страна ждет не обещаний, а решительных действий. Так вот, в первые дни бунтов, в первые дни того, что происходило в первых числах июня этого года, слова Трампа о законе и порядке расходились с делом, потому что армия бездействовала. Дамы и господа, мы не можем, конечно, ставить знак равенства между 68-м годом и 2020-м, ну, потому что в 68-м году президент Линдон Джонсон воспользовался законом о борьбе с мятежом, откликнувшись, это важно, на призывы о помощи губернаторов, охваченных волнениями штатов. Мэр Чикаго, демократ Ричард Дейли, не задумывался над вопросом, следует ли ввести в город национальных гвардейцев. Сегодняшняя картина совершенно иная. До сих пор ни один из губернаторов не обратился к Дональду Трампу за помощью. Мэры, охваченных беспорядками городов, не считали нужным использовать национальную гвардию. Однако сознательного нежелания местных властей, абсолютное большинство из них демократы, это не должно служить препятствием для президента. Повторю, сознательное нежелание местных властей не должно служить препятствием для президента. И у нас есть два исторических примера. В 1957 году президент-республиканец Дуайт Эйзенхауэр направил армию в столицу Арканзаса, город Литл-Рок, без согласия мэра-демократа и губернатора-демократа. В 1963 году президент-демократ Джон Кеннеди направил армию в Алабаму наперекор протесту губернатора-однопартийца. Дональду Трампу следует брать пример с этих президентов. И если Трампу суждено проиграть, то не из-за эпидемии коронавируса и разрушенной экономики. Ко времени выборов с эпидемией будет покончено. Экономика уже начала восстанавливаться. Трампа потянет на дно нерешительность в противостоянии бунту. Массовый избиратель не простит президенту слова, за которыми не последовали дела. Жертвами способного только на слова президента окажутся сенаторы-республиканцы, которых ждет серьезное испытание. У Трампа и его однопартийцев в Сенате есть возможность выйти победителями из жаркого лета. Для этого следует подавить, если вдруг возникнет новый мятеж. Но надо воспользоваться пропагандой. И все, что происходило в июне в штатах, которыми командуют демократы, в городах, которыми командуют демократы, все эти кадры следует показывать неоднократно. Неоднократно не только в телевизионных роликах в защиту президента Трампа, но и на выборах в Сенат, на выборах в Палату представителей, на выборах мэров, депутатов легислатуры, чтобы избиратели знали, что их ждет, если к власти придет демократическая партия. Да, господа, на этом я заканчиваю монолог, но я не заканчиваю передачи. Сегодня в газета «Панорама» выходит в Лос-Анджелесе, она выходит по средам. Напечатана прекрасная заметка. Я прочитаю вам эту заметку, она называется «Три буквы». Почему она так называется? В конце, через пару минут. Я читаю эту заметку. Почти два века назад император Николай I сформулировал свое видение российской идиллии так. Необходимость порядка и предсказуемость будущего, то есть гарантированная стабильность. В отличие от последнего российского царя, он смог гарантировать стабильность в стране. Возможно, поэтому его правник
правнук Николай II забыл уроки Сенатской площади и оказался последним царем на российском престоле. Уроки истории мало кого научили, тем более в нашей стране, в Соединенных Штатах, где главным предметом стала американская политкорректность, по сути дела цензура. Еще несколько лет назад, пожалуй, несколько месяцев назад, трудно было поверить, что миллионы американцев будут вынуждены скрывать свои чувства и лицемерно рассказывать, как они поддерживают движение Black Lives Matter, зачастую демонстрировать верноподданическое отношение к коленопреклонениям. За этим должно последовать челобитие. Похоже, что в эти дни стрелки часов истории начали движение в противоположную сторону, и Америка идет вспять. Может, именно такой поворот задал нашей стране ее предыдущий президент. Недаром вышедшая в печать в 2008 году его книга называлась «Change We Can Believe In – Barack Obama's Plan to Renew America's Promise». Изменения, в которые мы можем верить, план Барака Обамы по восстановлению обещаний Америки. Видение истории есть не только у политиков, но и у поэтов. В далеком 1958 году замечательный поэт Владимир Уфлянт написал стихотворение под ныне весьма актуальным названием. Стихотворение называлось так: «Меняется ли Америка?» «Меняется страна Америка, придут в ней скоро негры к власти, свободу, что стоит у берега, под негритянку перекрасят, начнут посмеиваться бедные над всякими миллионерами, а некоторые будут белые, пытаться притвориться неграми, и уважаться будут негры, а самый черный будет славиться, и каждый белый будет первым при встрече с негром негру кланяться». Статью я назвал три буквы ДНК. ДНК. Do not kneel. Не становись на колени. ДНК. Это лозунг сегодняшнего дня для тех, кто вновь хочет видеть Америку великой страной. Не становись на колени. Эту замечательную заметку написал мой друг, главный редактор газеты «Панорама», Лос, которая выходит в Лос-Анджелесе. И небольшая еще заметка, дамы и господа. Я получаю не только заказы на книгу, но я получаю ответы некоторых, кто прочитал эту книгу. Вот, например, я специально цитирую Ирину, она живет в Баффало, граф, я полагаю, это где-то в пригородах Чикаго, недалеко от Чикаго. Она пишет: «Алексей, вы открыли для меня Линкольна и Рузвельта». Итак, дамы и господа, во-первых, Ирина, большое спасибо за то, что вы меня слушаете, спасибо, что вы прочитали книжку, а вы, дамы и господа, тоже можете изменить свое отношение к некоторым президентам, если прочитаете мою книгу «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». Каждый, кто хочет купить эту книжку, должен написать мне свой адрес на мою имейлку. Моя имейлка такая: 1masha.orlov@gmail.com. У меня книжка стоит $20, это включая пересылку и авторский автограф. Вы также можете купить эту книжку на amazon.com, lulu.com, barnesandnoble.com. Там это стоит $15, но вам придется платить за пересылку и за налог на покупку. И вот на этом я ставлю точку, будет небольшой перерыв на рекламу, после чего я с удовольствием присоединюсь к разговору с вами. Итак, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200, и мы принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Вот эти погромы показали то, что хотя руководители городов и штатов демократы, и хотя они не возглавляли, но своим бездействием поощряли эти погромы в наших городах, а сегодня они требуют, чтобы убрать полицию или сократить их финансирование. Вот.
к чему это приведет, кто же будет нашу безопасность обеспечивать в наших городах, это мой первый вопрос. И вот сегодня ваш коллега Вадим Ермолин сказал о том, что игрок Лос-Анджелес Гэлакси, футболист, его уволили за то, что его жена где-то там что-то написала про черных, не то в Фейсбуке, где-то еще, и его за это уволили. И вот будет ли это иметь какое-то иметь продолжение, имею в виду для регулярных людей? Спасибо. Окей. Ну, во-первых, все, что касается полиции, я повторю то, что я говорил. Значит, в пропагандистской предвыборной кампании республиканцы просто-напросто обязаны, это их обязанность, вставлять в свои телевизионные ролики, какие угодно, также в социальных сетях реклама, на радио, в газетах. Вот все эти высказывания демократов, которые требуют либо вообще прекратить финансирование полиции, либо сократить финансирование. Это делать обязательно. И вот почему. Опросы общественного мнения показывают, что Трамп не пользуется поддержкой то, что называется suburban woman, то есть белых женщин, которые живут в пригородах больших городов. Значит, чтобы повлиять на эту избирательную категорию, необходимо ей показать, что будет, если к власти придут демократы. Это сделать совершенно необходимо. Теперь то, что не будут ликвидированы полицейские управления, это совершенно естественно, потому что первыми, кто будет страдать, это будут страдать, естественно, черные. Вы можете себе представить, если в Чикаго, в сегодняшнем Чикаго, вообще прекратит действие полиции, будет какая-нибудь народная дружина или что-то в этом роде. Ну, это там начнется битва черных с черными, они будут сами себя убивать. Окей, это первое. Это то, что касается полиции. Теперь то, что касается спорта, это разговор особый. Мы находимся, я имею в виду не только Соединенные Штаты, но и весь западный мир, где-то на краю. Если сейчас начнутся турниры, возобновится, скажем, чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, начинается чемпионат Национальной футбольной лиги, это американский футбол, будет чемпионат главной лиги сокера, возобновляется, может быть, возобновится бейсбол, в чем я сомневаюсь. Я имею в виду над главной бейсбольной лиги, потому что там идет непрекращающаяся борьба между лигами и профсоюзами. Так вот, если начнутся становления на колени спортсменов во время исполнения национального гимна, кстати, Федерация сокера Соединенных Штатов и лиги, которые командуют женской профессиональной лигой и мужской профессиональной лигой, они уже сняли запрет на становление на колено при исполнении гимна Соединенных Штатов. Это, дамы и господа, это крушение нашей страны, постепенное крушение, не за один год, не за два года, не за 10 лет, но постепенное. Значит, я спортивный человек, я болельщик спортивный, я спортивный журналист. Я не смогу смотреть футбольные любые соревнования, если при исполнении перед матчами гимна Соединенных Штатов кто-то из спортсменов будет опускаться на одного колена, тем более, если будет опускаться вся команда. Это финиш. Я сейчас не могу комментировать того, что пока что нет. Но если это будет, я готов комментировать и готов высказываться по этому мнению перед любой аудиторией. Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Кстати, просто добавка. Запрос на отмену вот этого преклонения во время гимна подала никто иное, как женская команда «Сакер», которая является чемпионами мира. Ты понимаете, вот за что, интересно, за что они борются? Они чемпионы мира, они одни из тех, это сборная Соединенных Штатов, казалось бы, лучшие из лучших, уже куда более привилегированные,
чем вот эти женщины, девушки в этой команде. И вот за что они собираются бороться и за что они собираются становиться на колени. Вот объясните мне такую вещь. Оля, я не хочу ломиться в открытую дверь. Просто-напросто. Дверь открыта. Эти девушки, эти мальчики, называйте их как угодно, они видят, что происходит в стране. Вчера я включил Fox News буквально на 2 минуты и выключил до Такера, до 8 часов вечера. По нашему времени у вас сейчас разница. Потому что когда я включил, это было, по-моему, между 4:05 или 3:04. Первое, что я увидел, как отпевают бандита. Бандита. Ну, давайте называть вещи своими именами. Да, полицейский негодяй, то, что он его убил. Да, он не должен был этого делать. Все. Но он убил уголовника. Ну, уголовника. Человек, который привлекался к судебной ответственности дюжины раз. Который сидел в тюрьме за попытку ограбления 5 лет. Который... Жена вспомнила, что у нее есть муж. Он не платил ей элементы в течение, по-моему, там 5-6 лет, я уже точно не знаю. Его хоронили так, как будто он убитый президент Соединенных Штатов. Вот во что мы постепенно превращаемся. Поэтому, когда дело идет, что какие-то девчонки из какой-то спортивной команды считают нужным встать на колени, они видят, что происходит в стране. Они идут в ногу со страной. Вот и все. Да. Ну что ж, я, вы знаете, Алексей, я вам скажу сейчас, давайте примем звонок, потом я выскажу свое мнение. Добрый день, вы в эфире. Это не какие-то девчонки. Они чемпионки мира. Чемпионки Олимпийских игр. И они борются за то, чтобы им платили так же, как мужчинам, которые ничего не добились. Угу. Okay, то ну, есть что вы этим хотите сказать? Человек не... отпал? Да, он отпал, я вам скажу почему. Оля, если он отпал, разреши мне ему ответить. Пожалуйста. Значит, они не женский футбол в сравнении с мужским. Женская сборная Соединенных Штатов проигрывает тренировочные матчи, закрытые матчи, пацанам 16-17-летним 6-0, 5-0, 10-0 с любым счетом. Значит, не могут получать спортсменки, которые играют в 1000 раз хуже мужчин, получать столько же, сколько мужчины. Да, они чемпионки мира, ну и что? А я был чемпионом, я не знаю, чемпионом города по баскетболу. Я что, должен был требовать, чтобы мне платили, как платили профессиональным спортсменам, что ли? Ну или хотя бы давали молоко за вредность. Молоко за вредность, чемпионки. Да. Кстати, вы абсолютно правильно сказали. Ну, человек, который позвонил, он не совсем понимает, о чем он говорит. Но дело в том, что вы абсолютно... Оля, он хорошо понимает. Не-не-не. Он одурачен просто. Он прекрасно все понимает. Он... Он ничего не понимает. Он... Нет, я имею в виду, он не понимает в футболе, в том, что происходит в футболе. Просто действительно есть такой уровень, как академия, где, ну, это типа вот... подготовительный, серьезный уровень. Так вот... Толя, ваш пацан играл в футбол, правильно? Да, да. Ну, значит, такие, как ваш пацан, 17-летний, громят на тренировочных матчах сборную Соединенных Штатов женскую 5-0. Как эта сборная может претендовать, чтобы им платили как мужчина-профессионал? Абсолютно. Это просто духа. Вы абсолютно правы. Абсолютно правы. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Извините меня, но, уважаемый господин Орлов, вы говорите, убитый полицейским Джордж Флойд. Я не думаю, что это правомочное заявление. У нас давно уже утрачена презумпция невиновности, но все-таки разумные люди, мне кажется, должны ее соблюдать. Не доказано, что он убийца. Разумный человек. Значит, я то, знаю... что мы видели, то, что мы видели, окей, я с вами согласен. Перед тем, как жюри не признает его виновным, мы должны говорить подозреваемый в убийстве. Не придирайтесь к словам. Он убил. Нет, я не придираюсь. Несознательно он убил. И вы это прекрасно видели, мы все видели. Не придирайтесь к словам. Да, до тех пор, пока его не признало виновным жюри присяжных, мы должны говорить подозреваемый в убийстве. Так вот, подозреваемый в убийстве полицейский, с моей точки зрения, убил. Не специально.
не первая форма преступления, не преднамеренное убийство, но он убил. И вы это видели, и не надо придираться к словам. Бай-бай. Бай-бай. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. С этим коленопреклонением не все так просто. У того же Такера, где-то неделю назад на передаче был бывший футболист, он ветеран армии, и он ему рассказал историю этого колена. Коперник думал сначала организовать протест, просто сидеть во время исполнения гимна. Так тот человек, который беседовал с Такером, говорит, что он ему посоветовал, что это не совсем будет вежливо к американскому флагу, к нашему флагу родному. Давай что-то изменишь протест, давай встанешь на колено перед флагом, это будет гораздо больше уважения к флагу, чем если ты будешь сидеть. И так это пошло. Так что мы не совсем понимаем, в чем тут дело. Это сказал ветеран американской армии и бывший футболист. Это вы говорите, мы не совсем понимаем. Вы должны сказать, я не совсем понимаю. Потому что мы, вот я, например, я понимаю это совершенно иначе. На одно колено встал этот Коперник, футболист команды Сан-Франциско 49ers. По совету он так встал или не по совету, неважно. Он проявил неуважение к государственному флагу при исполнении государственного гимна. Вот как это следует трактовать. И никак иначе. Не важно, что говорил Такеру какой-то футболист. Это не имеет ровным счетом... Не какой-то, а известный футболист и ветеран. Окей. Да не важно ветеран он. Он ветеран войны или еще. Скажите, молодой человек... Я к тому, что это не все... Это проявление неуважения. Молодой человек, скажите, пожалуйста, а вы вообще знаете, вы видели когда-нибудь, как Кайл Капельник становился на колено? Нет, не видели. Это вот, не показывают программу. Вот, да. Вот поэтому, послушайте меня, вы когда начинаете о чем-то говорить или о чем-то спорить, пожалуйста, хотя бы посмотрите. Его не интересует американский футбол, поэтому он пользуется не тем, что он видит, а тем, что он слышит. А я видел многократно, когда он становил на колено, видел, как становился на колено его одноклубник, видел, как их, к примеру, последовали в некоторых других командах, в частности, в команде «Атланта», я это видел своими глазами. Значит, давайте так, если вы не смотрите американский футбол, не нужно рассуждать о том, что они там с вами говорят. А тем более говорить нам, что мы не понимаем. Игра. И то, что вы его не смотрите, это, ну, как бы характеризует вас как плохого спортивного болельщика. Да. Особенно, когда нам говорят, что мы не понимаем, что происходит. А, мы не понимаем, да. Все. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо за интересную передачу. У меня такой вопрос к вам и к Алексею. Вы не смотрели на видео, было на YouTube, ее имя Кэндис Оуэнс. Да. Она African American woman, и она очень республиканская и очень консерватив. У нее вышел буквально видик в YouTube, который хитнул about где-то 5 миллионов человек посмотрело. И она говорит ее отношение, вот, допустим, к этому, что произошло. Да. Замечательный ролик. Во-первых, я ее видел. Ваше мнение об этом. Несколько об раз, когда она выступала на Fox News. Спасибо большое. Ну, совершенно замечательная девочка. И все прекрасно объяснила. Понимаете, ситуация сложилась такая, что лидеры, скажем так, лидеры Black Community афроамериканской, начиная с Барака Хусейна Обамы, так сказать, они всех черных, которые с ними не согласны, у них для этих черных придуманы обидные клички. Ну, например, мужчин они называют дядя Том. Ну, дядя Том мы все знаем, мы с вами читали Бичер Стоу, «Хижина дяди Тома». Дядя Том, он был черным, но он отказывался поднимать руку на белого хозяина. И поэтому вот лидеры, так называемые лидеры Black Community, афроамериканской общины, они все считают черных, которые поддерживают республиканскую партию, у которых есть несколько извилин в голове, они их всех считают предателями своего народа, потому что народ должен поддерживать демократическую партию. Эта девочка, о которой вы говорите, ну, совершенно изумительная. Я же не говорю, что она красавица. Само по себе уже прилично. У нее язык подвешен так, дай бог, чтобы он был подвешен так у
хотя бы одного демократа, хотя бы одной демократки, которая там черная, понимаете? Но все дело в том, что они в меньшинстве, это первое. И о них в основном знаем мы с вами, то есть мы люди, которые интересуются позицией консерваторов, позицией республиканцев, позицией либертарианцев. Эту девочку, люди, которые смотрят CNN, они понятия не имеют, что это такое. Они, те, которые смотрят WNBC, понятия не имеют такая. Читатели Нью-Йорк Таймс, они вообще ничего не знают. То есть ее знает, будем так говорить, избиратели, голосующие, как правило, за республиканскую партию. Было бы прекрасно, если бы она приехала в черный колледж какой-то, таких колледжей, где учатся только черные, в нашей стране много, и выступала перед этими людьми. Вот что было бы очень хорошо. Она замечательный человек, но... Спасибо большое. Она в African Community, к сожалению, немного. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Вот. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Мне бы хотелось немножко сделать отклонение от всего этого. Поговорить по поводу Трампа. В каком он был положении? Вводить войска или не вводить войска? Ведь смотрите, в Чикаго, когда Дели применил силу против протестантов, это сам демократ сделал. А если бы вот Трамп насильно применил силу, вводя войска в штаты, где губернаторы отказывались, по-моему, было бы шума больше, чем надо. Окей, у меня есть на этот... То, что вы сказали, это я подписываюсь двумя руками. Когда президент Соединенных Штатов во время инаугурации, положа руку на Библию, я не знаю, на что клал руку Барак Обама, вроде бы говорят тоже на Библию, произносит президентскую клятву, он клянется защищать Соединенные Штаты Америки, американский народ. Значит, в данной ситуации президент Соединенных Штатов не должен был ориентироваться на то, что о нем скажут губернаторы-демократы, что о нем скажут мэры-демократы, что о нем скажут демократы, что о нем скажут вообще все средства массовой информации, которые считают ее во всем виновным. Его обязанность, как президента Соединенных Штатов, защищать американских граждан. И я привел специально два примера в своей передаче. Это Дуайт Эйзенхауэр, который вел войска вопреки губернатору и мэру демократам. Эйзенхауэр был республиканец. И Джон Кеннеди вел войска демократ, вопреки губернатору демократу, вопреки губернатору однопартийцу. То есть президент должен думать не о том, что о нем скажут. А Трамп прекрасно должен понимать, что бы он ни делал, это все будет плохо. Вводит войска плохо, не вводит плохо, поэтому его дело президентское, он главнокомандующий, он должен защищать свою страну, свой народ. Спасибо. Следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Огромное спасибо вам за передачу. А я бы прошу вас повторить имейл для вашей книги. Спасибо большое. Значит, насколько я, Толя, понимаю, мой адрес есть на сайте, правильно? Да, он есть на сайте, но мы повторим имейл. Это 1masha.orlov@gmail.com. 1 это цифра, 1 Маша, M-A-S-H-A, Orlov, O-R-L-O-V, @gmail.com. Пожалуйста, пишите и приобретайте эту книгу. Это действительно хорошее, правильное капиталовложение. Я веду переговоры сейчас с издательством в Санкт-Петербурге. Вполне возможно, что и там она выйдет. Я надеюсь. Это не просто вполне возможно. Я надеюсь на то, что она там выйдет. Принимаем следующий звонок. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день, Алексей. Добрый день, Анатолий. Привет. Давай еще начинать. Начнем с того, с первенства мира по футболу. Я помню, сборная Соединенных Штатов Америки, женщины поехали. И они провели не с 16, а с 18, с соседнической командой. Счет был остановлен на счете 15-0. Вы понимаете, то есть, как вообще невозможно сравнивать. Это так. А теперь, вы знаете, вы сказали хорошую идею насчет Овенс поехать по черным колледжам. Но ее вы знаете прекрасно. У нас есть прекрасный Supreme Court, Клэр Клэнс Тамас, чернокожий, который not welcome.
до сих пор уже почти 30 лет он в Суприм-корте, он not welcome в черных калачах. И этот музей, что открыли афроамериканские в Вашингтоне, Каперник, вот этот ничтожный квотербек и человек тоже, он там, а Клэрэнс Тамас, нет, его тут, он не заслужил. Вы понимаете, вот такое, да. Такое. А насчет Каперника еще одна вещь. Да, он стоял на колени, а он этот, который звонил, он не видел, каких он носках был. Носки у него были, полицейские в виде свиней. Да. Понимаете? Вот он просто обожал, он это вот. Я вообще не представляю, как такое можно позвонить. Спасибо вам огромное. Спасибо, Алекс, спасибо большое. Спасибо. Ну, я поэтому у него задал вопрос, или он видел вообще когда-либо, потому что дальше уже было бесполезно разговаривать, он все равно никогда этого не видел, и я имею в виду наш радиослушатель, поэтому все нормально. Итак, Алексей, сегодня для вас слегка сжатое время для заключительного слова, поэтому прошу вас. Дамы и господа, ровно через неделю разговор будет совершенно понятный и интересный. Демократы ждут, что в Соединенных Штатах будет новая депрессия, которая позволит им выиграть выборы в ноябре. И я на примерах покажу, как они ждут очередную, как в 30-е годы, великую депрессию. Это будет ровно через неделю. Ровно через неделю. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего, дамы и господа. И будьте здоровы в условиях карантина. Спасибо огромное, Алексей. Вы тоже будьте здоровы. Мы услышимся в следующий раз.